Всем привет, дорогие друзья, вы на канале RusFPS, и сегодня у нас уже пятая часть карьеры за Динамо. Вот так мы потихонечку движемся к нашей цели, к чемпионству и к остальным крутым результатам. Вот, также мы сохраняем наш формат данной карьеры, то есть сейчас у нас будет три матча под различные треки. То есть это у нас матчи с Арсеналом. Потом кубок, я не буду палить, с кем кубок. Ну там, потому что счет будет видно и это будет неинтересно. Ладно, шучу, нет, не с Арсеналом. Как раз таки кубок будет потом против Рубина. Я сыграл, да, Рубин, все помним. И чемпионат Лига Чемпионов против Бордо. И сейчас я специально так подобрал. У нас будет матч против Зенита. Это... Посмотрите на этот день, это просто, ну он мощный реально, ну с ума сойти. Вот, мой состав на сегодняшнюю игру, я поменял схему,
Это у нас 4-4-4, она позволяет хорошо прессинговать, это ну, хорошая схема получается. Вот, ну и погнали сразу же играть. Пу-пу-пу-пу-пу. Мяч у нас колхозный, ну так скажем колхозный, он, вы знаете все. Ой, против нас будет какой сегодня рубиться, это будет жестко. Поехали. Клинтон! Что, серьезно, что ли? Какой-то странный удар. Ба, чуть не гол. На первом месте. Уху, весело, да. Я на третьем. Так, Фили просто мощно, сочно. Да! Так, скол. 1-0. Прям, немножко адреналинчика даже прибавилось. Просто Клинтон на Филиппа. Филипп, оба бы... Оба-ба-ба. Филипп на фланге оказался здесь. Передача и Клинтон. Да как? Так давай, давай, давай. Да! 2-0. 2-0 против Зенита. 2-0. Ой, ну это... It's киберспорт, baby. Вот она передачка. Жаузини на Филиппа. Филипп здесь. Буб-буб-буб-буб-буб. Передачка. Киржаков чудом спасает. И вот этот момент очень интересен. Оп. Ну, типа отскок. И Клинтон такой, оп. И это гол, да? Нет, 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 нет. Фу. Сохранили ворота сухими. Ой, а вот это, походу, уже гол, да? Ну ладно, ладно, дадим Зениту один гол отквитать, так скажем. Но 2-1, как бы, хороший результат, волевая победа. Еще раз посмотрим эту атаку. Здесь передача на... Кто это? Неважно кто. Передача на Кокорина, и Кокорин, ну, как бы, ну, в дальний угол, тут вратарь без шансов уже. Сейчас попробуем... На последних минутах что-то выдать. Какую-нибудь хорошую серию. Филиппа скорости не хватает. Так, сюда. Липовой. Филипп, пробей. Ай, как хорошо бы было бы. А. Попробуем навесить. Заканчивается наш матч, мы победили Зенит, это волевая победа, как по мне, потому что, ну, было на самом деле непросто, тем более первый тайм, это вообще там туда-сюда, ух, туда-сюда, туда-сюда, но в итоге мы выиграли 2-1, это хороший результат, и я надеюсь, мы переходим на первую строчку, да? Оу, а что это у нас такое? Мне кажется, мы продолжим нашу серию прямо сейчас. Ну вот и подошел к концу наш видеоролик. Ну и что еще можно вам сказать? Если он вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики, которые, ну, часто довольно-таки выходят на моем канале. Вот, и... Шестая часть, матч против Реала, это будет просто бомбезно, просто я уже сыграл, и это я знаю, как будет круто. Вот, и что еще можно сказать, там будет решаться вопрос, продолжать ли карьеру или нет, потому что там возникли технические неувязки, поэтому вы все уже узнаете в шестой серии. Ну, а я с вами прощаюсь еще раз, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, можете друзьям отослать, в общем, не болейте, ребят, и... Всем пока. Фух.